На території Мазырского нафтоперепрацовчого завода отбылося узгарання. Ее загинули. Подразделение МНС ликвидовали узгарання на території Мазырского НПЗ. У вынику разгерметизации реакторного блока, комбинованной установки и гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков отбылся выход вуглеводород змещальной сумеси с наступным узгаранням. На отзнаце 34 метры на верхнем ярусе установки знойдены загинулый работник предприемства. У вынику здарэння старший оператор секции установки отрымал опеки каля 90% поверхней тела. От отрыманных телесных пошкоджанняў 39-годовый жыхар Мазыра загинул на месте здарэння. Сегодня утром произошел инцидент на комбинированной установке гидрокрекинга предприятия, в результате которого погиб работник производства. Других пострадавших нет. Завод работает в обычном режиме. Экологическая обстановка не нарушена. Обстоятельства инцидента выясняются. Руководство и коллектив предприятия выражает глубокое соболезнование родным и близким работника. Предприятие окажет всестороннюю поддержку семье. По предварительным данным, мужчина работал в ночную смену и непосредственно перед происшествием проверял герметичность соединений на установке после ремонта. Как только было ликвидировано возгорание, сотрудники районного и областного подразделений Управления Следственного комитета по Гомельской области совместно со специалистами ГКС приступили к осмотру места происшествия. Сейчас сотрудники Следственного комитета опрашивают должностных лиц завода, изучают документацию по порядку проведения работ, техническую документацию, а также документы по охране труда. Процессуальное решение будет принято после проведения всех проверочных мероприятий.